сегодня ты какую музыку слушаешь? Вот меня сегодня тоже этот интересный вопрос. Есть какой-то любимый трек на сегодняшний день? Может, он сейчас на радио играет? Может, ты сам сочинил? Если честно, я очень-очень до сих пор тащусь по вашей этой вот... Я не знаю, как сказать это. Можно это там потом... Компиляции треков, которые мы играли? Да. Где... Запомнился какой-нибудь трек, очень, когда мы играли? Очень-очень. Это «Охотники на привидений». Прям, ну вы же помните, я постоянно ее клянчил. Включите, пожалуйста. Да. Вот, как бы, тащился, как бы. Ну, просто, в детстве был такой мультик, да, «Охотники на привидения». Вот, и я очень-очень его любил, как бы, вот. И не всегда была возможность, так сказать, его посмотреть, потому что там наказывали. Вот, виноват был в чем-нибудь опять. И, как бы, вот, а тут прям такие приятные ощущения, как бы, когда... старую с детства мелодию, да, как бы любимую, как бы, и слышишь действительно в качественной обработке, как бы, просто получаешь массу. И под него можно танцевать, не то удовольствие. Что удовольствие. Да, согласен.